Привет всем, вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем обзор Дворецкого Остина. Проходит сразу много событий, даже не два, не три. Это день рождения родителей, точнее юбилей свадьбы. А потом вот это вот высший пилотаж с самолетиками, когда стартуешь, да? Событие, это сундук Союза тоже проходит. Потом, и еще, по-моему, что-то нет. Ну, в общем, неважно. Начинаем проходить уровни, а там разберемся. Я не уверен, что я этот самолетик сберегу, потому что в прошлый раз для его сбережения я потратил довольно-таки много денежек. А толку особо-то и не было. Так. Вот там мультишары могут сверху выпасть, да? Ой, класс. А давайте я сделаю вот так, смотрите. Опа. Нормально, только дело в том, что против печенек лучше бы я с самолетиком совместил мультишар, чем вот с ракетой. Ладно, посмотрим, может еще один получится вывести. Ну. И вот так. Вот, сверху самолетик. Вот еще один, ух ты. Вот еще. Ай, жалко, что не на ковре. Сколько? 9 ходов? Вы что, прикалываетесь? Блин, я на ходы вообще не глянул. А вы знаете, я могу сделать вот так. И на ковре совместить. Не на ковре. Там еще мультишар. О-хо-хо-хо-хо. Ладно, путь что будет. Так, два самолетика. Угу. Еще мультишар. Так, там вот сверху много розовых этих фишек. А, я ж мог бы сделать самолетик и все пришить. Ну вы знаете, я и так, наверное, все решу. Вот, сразу. Опа. И вот так. Вот это повезло. Вот это повезло. Уровень вообще такой, блин, какой-то уникальный. Я просто не глянул на ходы, что их было очень мало. Я так в расслабон. Такой вообще, думаю, сейчас там начну чего-то делать как-то. А потом поздно заметил, что ходов-то и мало. Так, ладно. Участвую в этом пилотаже. Хорошо. А это ж я, получается... без стартовых бустеров начинаю, просто теперь у меня вот в этом событии с самолетиком, а теперь 4 самолетика будут мне давать. Но уровень-то сложный. Да, видите, 4 за раз. Так, ого. Ого-ого. Как-то совсем не сладко. Как говорила Маша из сериала. Вообще. Совсем не нравится. О, бомба. Эх, жалко, что только не совмещу ее с чем-то. Так. Да, стартовые бустеры здесь бы не помешали, потому что без них, ну вообще... Как-то все грустно. Вот, наконец-то самолетики вылетят, но дело в том, что они мне смогут сделать. Особо-то ничего. Уже просто мне не светят здесь.
Ай-яй-яй. Ну что, купить ходы, я не знаю, справлюсь я или нет. Куплю все из этого, блин. Генератора самолетиков. Да еще полетел не туда, куда нужно. Так. Так. Ладно, сделаю вот так для начала. У меня 3 хода всего, значит. Вот так, наверное. А, 2 хода. Да, но я опять не успеваю. Опять буквально немного не хватило. Вот 2 самолетика осталось. Ну, куплю еще. Раз начал уже покупать, что же сделать. Теперь тоже вообще без вариантов. Тут все решено. Да. Стартовых бустеров, конечно, не хватает. Иногда вот бывают такие уровни, которые, ну, тяжелые. Не было бы генератора, я не докупал ходы. Но так как у меня деньги лишние есть, вот монетки, почему бы не купить? Так, а что нам вообще нужно сделать? Нам нужно поставить диванчик, да? Для гостей, которые не хотят там надолго задерживаться на вечеринке. Идем дальше. Вот, кстати, с этим генератором нужно двойные самолетики брать. Пока он действует. Было бы классно. Но вот опять уровень. Мне он вообще не нравится уже. А, еще и по кругу здесь все двигается. Ой, блин. Это вообще жесть. А где бы мне хоть как-то ковер расстелить? Нет, я все-таки самолетиком хоть немного ковер расстелю. Наверное, вот так. Пока сориентируюсь здесь. Вот еще ракета, хорошо. Так. Вроде бы же не сложный уровень, а не просто здесь совсем мне. Так, может, ты полетишь все-таки куда нужно? Давай, молодец. Полетел. Я сам даже не знал, куда ему нужно полететь. Думаю, ну пускай хоть куда-нибудь полетит. А он даже еще и в нужное место полетел. Редкость. Так, а пончика 2 нужно, на карте пока только 1. Нужно, кстати, с пончиками тоже что-то решать. Может получится... Эх, не получилось мультишар сделать. Так, вот пончик там пониже прилетел. Оп. Вот, и сейчас... А, их там 2, тю. А почему я 1 не заметил? Ух ты, наконец-то. Ого. Есть такое. Теперь осталось 8 ковров. А они под ящиками там, наверное, некоторые, да? А, 5 ковров, тю. 7 ходов, 8 ходов было. Так тогда вообще... Все хорошо. Вот они все сверху. Я думал, под ящиками ковры. Вот так. И вот так. И вот так. Фух. Ну, блин. Я б не пережил. Вот еще теперь мультишар можно сделать. Я б не пережил 2 хода подряд. 2 уровня подряд. Тратить бы монетки. Так, идем дальше.
Уровень 1197. Так, ну генератор мой самолетика выключился, я проиграл этот уровень с первой попытки. Какой-то уровень такой, блин, вообще мерзкий. Видите, даже походить некуда. А дело в том, что генератор, он вообще такой, что... Ну, как сказать... Он только раз сработал под конец уровня. Толк вообще от него же я... Когда первый раз делал на него обзор, я особо в нем толк не видел. Вот как бы я сейчас просто убедился еще раз, что толку от него, ну, вообще никакого. То есть он просто... Так, для красоты сделан. Больше у меня... другого мнения как бы нет. Для красоты, для выдуривания денежек, для его сохранения, поэтому не все, я больше на это не повелся. Так, наверное, все-таки вот так я сделаю. О, бомбочка. Ух ты, ракета, вот это классно было бы, если бы. Там мультишар можно было сделать. 8 ходов. Допустим, ладно, сделаю вот так. Куда ты полетишь? Ну, полети куда-то в гуще, нормально. Мультишар, нормально. А только с чем-то нужно его совместить. 4 хода. Так, ну, надеюсь, что все-таки меня спасет этот мультишар. Хотя там вот много слоев желеек этих. Далеко не факт. Вот еще получается вариант с мультишаром есть. Так. Дело в том, что... Ага, вот это теперь возможно. 4 ковра. Просто если бы сейчас самолетик не полетел бы на эту желейку двойную, то я бы сказал, что все. А так вот... Возможно, все получится. Да, и без всякого генератора, без всякой траты денежек. Этот уровень прошелся. А, слушайте, генератор теперь опять включается. Я думал, если он выключился раз за событие, то все. А, так это тогда вообще другое дело. То есть проиграл, ничего страшного, включил его опять. Он толку особо не дает, но не мешает. Пускай там себе телепается, да и все. Так, а вот диванчик. Так, какой у нас там был? По-моему, такой, да? А здесь... Не знаю, это почти как кровать. Пускай такой будет. А что, котик, нравится диван? Только чур во время вечеринок на него не ложится. Вдруг кто-нибудь не заметит тебя и придавит ненароком. А, уверен, а кому будет... Коту будет не до сна, его место возле фуршетного стола. Там и подкормят, и погладят. А, мальчики, может поставим еще таблеточку для меня? А тоже недалеко от входа, чтобы можно было бегать, встречать гостей. Мама, ты действительно думаешь, что королева вечера заслуживает табуретку? Пока я твой сын, такому не бывать. А, у тебя будет самое роскошное кресло, почти трон. И гостей встречать ты тоже не будешь, у тебя для этого есть целых 2 дворецких. Точнее, будешь, но уже в этой комнате. Ну что, сынок, где там мамин трон? Давай поставим его на место. А, так. Ну, это тоже будет стоить 4 звезды. Как раз вот еще 4 уровня сегодня пройду. Так, ну я опять без генератора. Раз уровни такие сложные довольно-таки пошли. Не буду ж я из-за него... напрягаться, тратиться. Я думаю, без него справлялся, как-то справлюсь да и теперь. Так, сначала постараюсь убрать все эти печеньки. Если такое возможно. Пока они мешаются, здесь сложно что-то делать. Опять фишки по кругу двигаются. Да, вот единственный вариант, который можно... сделать вот там сверху. Зачем, спрашивается? Вообще, блин. Ладно, вот так. О, хорошо. И вот так. Отлично.
Можно даже вот так теперь сделать. Супер. А с другой стороны... Что, может как-то бомбочку сделать? Ладно, сделаю вот так. О! Теперь вот как раз классно, видите? На самолетике бомбочка полетела туда, куда именно ей нужно. Супер. На этом везение закончилось. С левой стороны. Пробраться туда я больше никак не могу. Ай, бомбочка, зачем ты так высоко? Ух ты, мультишар. Еще мультишар. Это приколы. Ух ты. Тогда я пока сделаю вот так. Сначала. Оп. А теперь уже размножу бомбочки. А? Все. Одна вишенка всего. Вот так я ее делаю. И вот так. Опять же, без всякого генератора, без каких-то сложностей. Все, вуаля. Генератор включился. Ну, а мы идем дальше. 1199 уровень. Какой уже большой, господи. Так, опять эти вот печеньки, котики. За сегодня мне это порядком надоели уже. Причем я проиграл этот свой генератор в очередной раз. То есть я даже ни разу им не воспользовался. То есть, ну вот, не сделал нужное количество бустеров, чтобы он сработал, скажем так. Несложный уровень, что поделать. Эти печенья тут все съедают. Так, ракета с самолетом. Куда ты полетишь? Ну вот видите. Без толку просто полетела. Лишь бы полететь. О, ну хотя вот благодаря непонятно чему. Даже еще и там что-то полезное было сделано. Случайности, в общем. Или везению. Так. Здесь еще самолетик, хорошо. А зачем? Я бы тут ракетой выбил. Эти печенья в центре нужно как-то повыбивать. Не хотят. О, вот так может. Бомба, отлично. Но она ж не достанется в центр. Да. Опа. А вот это джекпот. А вот это уже джекпот. Совершенно случайно. Нежданно, негаданно. Можно сказать, что этот уровень я прошел благодаря этому вот, да? И так. И смотрите, и вот так. А, я полетел не туда. Да, вообще тут уже все. Все решено. Вот первая попытка у меня не получается, вторая получается прекрасно. Опять генератор включился, но я на него уже абсолютно не рассчитываю. Абсолютно бесполезная вещь, если честно. А 1200 уровень, такое ух, число. Как и в предыдущий раз, я уровень проиграл. 21 ход всего здесь. Но вот сразу как-то уровень не задался. А вот сейчас вроде как похоже на то, что все нормально будет. Так как-то удачно все складывается пока. Бомбочка сделалась, я ее не расходовал. А вот теперь только... А, ну вот там линки сверху, блин, это подло было. Я рассчитывал на что-то более хорошее. Так. Может... Мультишар получится сделать. А ну-ка. Получится. И да еще и с самолетом. О, ну вы же понимаете, что это решение всех вопросов почти.
Осталось два котика всего. Можно сделать вот так один самолетик. Нужно... Нет, еще не получилось сделать. Вот ракета. Вот ракета. Спокойно бьет еще одного котика. А теперь и куча самолетика у меня. Все. Опять первая попытка неудачная, вторая отличная. Это уже 7-й уровень я сегодня прошел. Ну, пройду еще один. Поставим кресло. Так. Попробуем это сделать с первой попытки. Я уже не верю, что у меня это получится. Хотя вот уровень, честно говоря, на вид нормальный. Посмотрим, как это будет в реальности. Вон как, смотрите, опа. Отлично. Оп. И вот так, и вот так. А, там же еще пончики нужно пускать. Блин, я про пончики не глянул. Совсем как-то их выпустил из виду. Ой, бомбочка, это почему что так низко опустилась? Ну, нормально. Пончики выбил. Самолетики из генератора даже сделались. Что вообще редкость. Ха. Да, нужно коробку там разбить. Минус печенька. Так. Ладно, сделаю вот так. Была, не была. И вот так вот. Хорошо. Минус пончик. И вот последние три печеньки выбиваю. И фактически любым самолетиком теперь пончик последний тоже выбиваю. Вот какой уровень оказался у меня. Замечательный последний. Обычно последний наоборот. Все нервы выматывают. А здесь как бы вот вообще без всяких сложностей. Прошел его. Ха, смотрите. Даже в событии вырвался на первое место, на секундочку. Ну, бывает. А давайте поставим креслотрон. Хотя не сильно похоже на креслотрон. Ага, это похоже, кстати. Вот это не похоже. Это вообще бе. Какие-то они слишком огромные, как по мне. Явно, ну, не для этого зала. Все причем. Мне ни одно не нравится, честно. Ну, поставлю такой же, как диванчик. Ну, просто огромная, блин. Мальчики, вы сошли с ума, а все же будут думать, что я загордилась. А вот и нет, ты королева вечеринки и будешь на этом троне на своем месте. Дорогой, все равно мне как-то немного неуютно. А, кстати, об уюте, мама. Мне кажется, что под этот трон отлично ляжет красивый ковер. А, ну вот перед ковром я точно не устаю. Да, здесь ковров нет, а там прям будет ковер. Тоже не очень хорошая идея, как по мне. Так, 3 звезды это будет стоить. Вот, пишите в комментариях, да, типа, снимаешь ролики, да, а мы там будем, ну вот как вы там будете, как вы мне предлагаете записывать вас в ролике в этом. Ну вот, как-то так только, разве что. На этом я с вами прощаюсь, надеюсь, вам понравился этот обзор, поддерживайте это видео своими лайками, и оставайтесь с нами, пока-пока, до новых встреч.